Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Сегодня мы с сыном приехали на водохранилище. Ну и пока еще отдыхающих здесь не так много, решили походить, поискать пивные пробки. Потому что кто занимается подобными вещами, знает, что на пляжах в основном пивные пробки. Ну и потестируем мой новый TX850 на пляжный поиск. Погнали! Сигналов тут на самом деле много, но все это черное. Я отсек черный, а вот здесь что-то уже подсветнее. Видно, алюминиевая пробка. Сейчас покажу. Смотрите. Вот он. Хоп. И это у нас пакетик из-под орешков. Вон внутри фольгированный, и на нее, собственно, идет вот такой сигнал. Еще один сигнал, похожий на цветной. Вот здесь. Ну, наверное, то же самое, фольга какая-нибудь. Что там? Не-а, это не он. А ты что такое? А, вот она. Вот она. Крышечка пивная. Все, пока. Хоть бы одну монетку найти. Вот было бы неплохо. Но вряд ли, вряд ли. Зато сыну нравится. Так, тут, кстати говоря, совсем недавно. Вон там мужик тоже ходил. Уже что-то подкапывал, видите, за капушки. Вот, но у него металлоискатель другой модель, и его нельзя пускать в воду. А мой можно. Видите, еще даже лед не сошел, а я уже хожу. Соответственно, пройдем, проверим бережок. Вдруг что найду. Так, я поставил в режим трэш-холд. Он так становится более чувствительным. Отстроил от грунта. И вот, видите, у меня первый подводный сигнал. Попробуем достать. Технология такая. Зачерпываю. И вот так, знаете, как промывание золота на лопате. Но пока ничего нету. Так. Давайте проверим, достал я штуку или не достал. Здесь нету. Здесь. Так, я раскопал уже достаточно большую яму. Все, в ней уже нет ничего. Предмет лежит где-то вот здесь. Сейчас найдем. А вот и он, друзья. Вот она, первая подводная находка на этот металлоискатель. И, естественно, это крышка. Но самое главное, что мы сегодня доказали, что он под водой ищет. Это забавно. Вот. Надо будет еще походить. Что-то то же самое, наверное. Сейчас надо будет копнуть. О! Так. Два сигнальчика здесь, один. И вот здесь второй. Копнем. Так, проверим сначала один. Не, нужно такое специальное приспособление, знаете, как сито. Потому что там что-то какое-то. О! Смотрите! Вот она! Первая монетка! Еще сколько, подождите, таких? 20 тысяч таких монеток. И я купил металлоискатель. Ерунда. Так, там еще одна есть, но надо проверить вот здесь.
Нашел! Олега от конфетки, шоколадки. Проверим. Да, это она. Ух, удачный день, удачный день. Люди обычно занимаются либо подземным поиском, либо подводным. У меня сегодня подледный. Видите, лед разгоняю. И вот там что-то лежит. Ну, это железяк какая-то, наверное, тоже пробка. Так, я ее вытащил. Вот она. 2 рубля. Итого сегодня 7 рублей. Неплохо, неплохо. А золотимся скоро. По ощущениям прям идеальный пляж. Ничего нет, все чисто. Лед отогнать и можно купаться. Так, друзья, смотрите. Ага, ага. Он просто сверху лежит. 10 рублей. Немножко поржавели, но по-прежнему 10 рублей. Сейчас я вам покажу самую частую находку на пляже. Вот этот замочек от банки. Вот. Вот так он пищит. Это алюминий. Вот. И чтобы их не искать, мы исключили. Я нашел что-то огромное. Видите, железячину. Вот такая вот. Какая-то бочка, наверное. Сейчас чуть прикопаю, покажу. Больше это я в жизни никогда ничего не находил. Я даже не знаю, что это. Весит килограмм 40, наверное. Может уже заняться черметом. Че, пошел, сдал. Сколько сейчас стоит килограмм? Не знаю, рублей 10, наверное. Да? 40 килограмм на 400 рублей. Могу ошибаться, но все равно вещь прикольная. Вот такая вот труба толщиной почти сантиметр, 8 миллиметров. Не прям на вес огромный. В общем, штука прикольная. Ищет и под водой, и железки огромные. Фух, что-то я задолбался ее копать. Ну что, друзья, будем подводить какие-то итоги сегодняшнего дня. Да-да-да, что-то опять нашел. Не туда поставил. Сюда. Вот. В общем, по пляжу ходить особо большого смысла нет. В основном мусор. Но вот как только начал лезть под воду, сразу пошли какие-то монетки. То есть, соответственно, пляж выбит весь. Это понятное дело, что тут все время кто-то ходит. А вот под водой еще пока искали не очень много. Ну, как минимум 3 монетки я нашел. Соответственно, нужно сделать вместо лопаты специальное приспособление такое, которое процеживает, чтобы быстрее искать. И, в принципе, можно. Ну и неожиданная находка сегодня. Это большая железячина. Очень много весит. Вот, такие, я думаю, ну, есть прям специализироваться по металлолому. Такие, наверное, очень приятно находить. Это был Миклуха Макфлай, друзья. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте лайки. Пока-пока.